Добрый вечер. Я думаю, что по итогам двух таймов, я думаю, мы заслужили сегодня победу, потому что, на наш взгляд, в первом тайме мы были лучше соперника, создали несколько опасных ситуаций, в одной из которых могли реализовать. Если честно быть, то у соперника был один очень острый момент, но по итогам, допустим, двух таймов, я думаю, мы справедливо победили. Вопрос от наших журналистов. Состав по сравнению с прошедшим сезоном практически не поменялся у вас. Вы планируете как-то точечно усиливаться в оставшееся время, либо рассчитываете именно на этот состав в сезоне? Мы рассчитываем реализовать потенциал этого состава, потому что прошлый сезон нам не удалось доиграть. Вот, и мы как бы возлагаем надежды на этих ребят. Спасибо большое.